Добрый вечер, Виктор. Спасибо, что нашли время ответить на мои вопросы. У нас сегодня появилась в ряде молдавских СМИ информация по газу, и я хотела бы, чтобы вы нам дали комментарий, есть ли что беспокоиться молдавским гражданам. Первая информация пишет Агора, что Россия рушает кис помпаря газолу при газодокту Ямал Европа, Полония, Ше Германия. Потребит оператору лодит транспорт газе каскады, а чест локруса и темплатен деменяться зели де 3 марта. Что это означает на самом деле? Это означает, что Агора не совсем правильно истолковала то, что они прочитали в новостях. Потому что с февраля месяца Ямал Европа работает в реверсном режиме. То есть по этому газопроводу газ течет не из России в Германию, а из Германии в Польшу. 3 марта, то есть сегодня, с утра просто сократился объем газа из Германии в Польшу, но никакого влияния на объемы газа, поставляемые со стороны Газпрома в Европу, это не оказывает. И никакого принуждения к сертификации Северного потока 2, соответственно, тоже. Северный поток 2 здесь вообще не при чем. Понятно. Спасибо. И вторая информация. Украина временно запретила экспорт газа со своей территории, в том числе и хранящегося в подземных газовых хранилищах, в режиме таможенный склад. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Утрансгаза, оператора подземных госхранилищ Украины Сергей Перелома, пишет, цитирует ТАСС. Что эта информация означает для нас? Для нас, для Молдовы, это ничего не означает. Ну, в смысле, никак на нашу ситуацию не влияет, потому что мы не покупаем газ из Украины. Украина только предоставляет услуги по транспортировке российского газа по своей территории до территории Республики Молдова. Газ, находящийся в трубах на территории Украины, который поставляется в Республику Молдова, не принадлежит украинским трейдерам, соответственно, он не экспортируется из Украины. То есть это ограничение связано с газом, находящимся в Украине, украинским, принадлежащим украинцам, или, скажем, который хранится в газохранилищах Украины. Я не думаю, что это каким-то образом скажется на поставках газа в Молдову. Спасибо. И тогда второй вопрос, тоже связанный с газом. Если я правильно понимаю, с 1 апреля меняется формула, по которой будет рассчитываться тариф на газ для Молдовы, да? И она, где спот будет составлять 70%. Что для нас это означает, учитывая последние котировки газа спотовые? Ну, меняется не формула, меняется просто, да. Расчет цены. Да, да. Расчет цены, да, формула остается та же. Но вопрос в том, что, во-первых, давайте дождемся конца месяца марта. То есть, да, сейчас на фоне военных действий, на фоне войны в Украине, на фоне рисков, связанных с санкциями для России, на фоне вот всей этой нервозности, на рынках паника и на рынках, скажем, спотовые цены на газ зашкаливают. Я думаю, что до конца месяца какое-то успокоение, по крайней мере, какая-то ясность насчет того, как рассчитываться с Газпромом. Я, например, вижу гораздо больше, скажем, риски, не то что риски, а гораздо больше действительно сложностей с тем, как расплачиваться с «Газпромом», чем с тем, какая будет цена. Потому что на сегодняшний день, например, расплачиваться с «Газпромом» в долларах и в евро будет практически невозможно из-за санкций. А российских рублей в Республике Молдова просто не хватает для того, чтобы расплатиться в таких объемах. Просто их нету в молдавском национальном. Соответственно, тоже могут возникнуть сложности с своевременной оплатой. Но опять же, Газпром должен понимать, что вопрос не желания молдавской стороны, а санкции, которые наложили третьей стороны на Газпром, то есть это какой-то форс-мажор. Опять же, для Молдовы, конечно же, рост цены практически с апреля практически предопределен. Я не вижу, чтобы цена
даже если у него возраст на рынках упадет, все равно хранилище газа в Европе не настолько, то есть будут довольно пустыми, и их нужно будет заполнять в летний период, поэтому я не ожидаю существенного снижения цен на спот, даже в нормальном режиме, то есть если бы не было войны в Украине. Цены бы на спот, может, и пошли бы вниз, но не дошли бы до тех уровней, которые были в прошлый год. Соответственно, Молдова стала бы платить больше в любом случае, но хорошая новость в том, что в отличие от стран, скажем так, с большим потреблением газа, то есть с потреблением, промышленным потреблением газа, у нас летнее потребление газа очень незначительное. У нас нет промышленности, которая употребляет в постоянном режиме, то есть ее очень мало. Эти объемы незначительны, соответственно, даже несмотря на то, что цена будет высокой, с точки зрения влияния на экономику, с точки зрения влияния на наш платежный баланс, на наши резервы нашего Нацбанка, это не будет катастрофично, даже если цена улетит за 1000 долларов на тех объемах, которые там есть, это не будет чем-то неподъемным для нашей экономики. И заключительный вопрос. В условиях войны, я помню, что до начала боевых действий, точнее как раз с 23 по 26, по-моему, мы переключались на подачу электричества, да, или цикл Украина, Республика Молдова. Переключились ли мы обратно, и если нет, то есть ли опасность для перебоев, или возникает ли возможность перебоев поставки электроэнергии в Молдову, и что необходимо предпринимать в этих мерах, в этом случае? Ну, во-первых, начнем с того, что меняется. Меняется только то, что скорость, с которой мы будем интегрироваться и синхронизироваться с европейской транспортной системой, просто ускорится многократно. Обречены. Если в нормальном режиме это бы заняло, может быть, в некоторых странах занимало 15-20 лет, Украина себе ставила целью выйти на вот этот синхронный режим с НСОЕ к 2024 году, насколько я понимаю. Сейчас, учитывая военные действия, учитывая вот эту вот кризисную ситуацию, я не исключаю, что это произойдет уже в ближайшее время, может, в этом году, может, в ближайшие даже недели. Потому что то, что произошло 24 числа, действительно, там не 24, потому что, по-моему, если не ошибаюсь, было заявлено, что Украина с Молдовой будут работать в таком изолированном режиме, без, скажем, внешних подпорок энергетических, без того, чтобы иметь энергомосты с Россией и Белоруссией или с Европой. Система отработала, были проверены параметры стабильности этой системы и способности этой системы стабилизироваться и даже в условиях войны, кстати, обеспечивать стабильную работу, потому что это является одним из краеугольных камней для синхронизации с европейскими системами. То есть никто не собирается принимать такую большую систему, как Украина, уже Молдова в придачу, которая сама не способна себя стабилизировать, и будет необходимость ее, скажем так, ее нестабильная работа будет сказываться и дестабилизировать работу остальной системы. Тем более, что, как я уже говорил, Украина — это не маленькая энергосистема вроде Молдовы, которая там ее легко стабилизировать, а довольно серьезная система. Так вот, эти тесты, судя по всему, показали, что синхронизация, стабильность системы, стабильность системы относительно хорошая, а сейчас по политическим причинам, я думаю, что в ускоренном режиме будет производиться синхронизация этих систем. Украина уже заявила о том, что после 26 числа она не будет наводить энергомосты с Белоруссией и Россией, она не будет восстанавливать энергопоставки и останется работать в изолированном режиме, соответственно, и мы вместе с Украиной. И я не исключаю, что в ближайшие недели даже будет запущен процесс потихонечку синхронизации там по регионам, по частям. Mm-hmm.
от энергосистемы, ее синхронизация с НСОЕ. С точки зрения потребителей, потребители практически этого не почувствуют, но с точки зрения функционирования системы, для нас это, конечно, будет означать гораздо лучшую стабильность, гораздо лучший уровень энергобезопасности. Понятно. Спасибо большое за то, что вы нашли наше время. У нас, к сожалению, закончилось время программы. Я вас благодарю. И до встречи в студии «Территория свободы». Всего хорошего. До свидания.